В первое воскресенье октября отмечается профессиональный праздник работников сферы образования – День учителя. Но уже в преддверии этого дня педагоги в школах, преподаватели в вузах и университетах получают от своих учеников, коллег по работе, друзей поздравления с праздником, подарки и заслуженные награды. В начале нашего выпуска вы узнаете о том, какие сюрпризы ждали учителей Ленинского района. У учителя всегда большая и интересная семья из его учеников. Вот смотришь на эти прекрасные детские лица и понимаешь, что каждый из них особенный. Вкладывая частичку своей души, учитель посвящает жизнь развитию и воспитанию мальчишек и девчонок. И что самое главное, делает это с удовольствием. Мы с вами представители той счастливой профессии. Это не просто профессия, это призвание. Я думаю, что действительно лучше, чем рождественский, никто не скажет, что наша с вами профессия дальнего действия. 3 октября в детской школе искусств города Видное состоялась праздничная церемония, посвященная Дню учителя. Радостный настрой объединял всех гостей торжества – и ветеранов педагогического труда, и молодых специалистов. Мы гордимся своей системой образования Ленинского района. Она устойчивая, она надежная. Она перспективная. Открывая двери в удивительный мир, представители самой уважаемой и благородной профессии вдохновляют каждого. Благодарю всех учителей, всех школ и особенно 7-й. Они так много для нас делают, учат нас все 11 лет. У меня самая любимая учительница в школе – это Симонова Наталья Владимировна. Она наша классная руководительница. Делясь с учениками знаниями и опытом, учителя щедро одаривают своих воспитанников любовью и теплотой. Любовь. Любовь. Уважение – это не то. Вот если нет этого, значит, не будет никаких отношений с детьми, а значит, и не состоится учитель просто как профессионал. Это многое значит. Когда ты видишь, что дети улыбаются, когда они тебе бегут навстречу, когда ты с ними можешь на равных пообщаться, это дорого стоит. В ходе праздника в адрес учителей звучали многочисленные поздравления и благодарности. Особо отмечали ветеранов образования, которые и по сей день делятся своим колоссальным опытом с молодыми специалистами и подрастающим поколением. Среди них и Валентина Григорьевна Ефимова, бывший директор прогимназии, которая посвятила этой благородной профессии около 30 лет. Эта профессия очень трудная, но, вы знаете, она достойная, так считаю, и эта профессия востребованная. Все, конечно, многое зависит от родителей, от самого настроя педагога. Но если человек любит детей, то всегда ему в жизни будет хорошо. За высокие успехи и достижения учителей Ленинского района наградили почетными грамотами, знаками отличия, памятными подарками, а некоторые удостоились денежных сертификатов. Приятным сюрпризом для учителей стали музыкальные композиции в исполнении ребят из хореографического ансамбля «Русский стиль». Не жалея времени и сил, учителя совершают много добрых и нужных дел. Конечно, ведь учитель – это не просто профессия, это призвание и зов души. Лариса Вольнова, Алексей Ильин, Елена Кошелева. Видное ТВ.